Лидер Малефик. Или Лидер Малефик. Племянник Малефисент. Ну, типа, это такой намек. Это кто карты введения видел. Ну, скажи, не знаю, это, что это такое. Малефисент. Twice in the same place. Это длинно. Never coming to rest twice. I shoot the record my journey. Он записал приключение, это Madden Landscape. Madden сумасшествие. Ну, а лишь Madden. Травенч, Дима. Первый раз это видел. В общем, мы знаем, что вот эта личинка Махот Лорд, его логово, это фантастический размер. И можно получить, ну, личинку, например, какую-то бабочки. Ну, монстра запросить, он с ним договорится. И тогда на бабочке, ну, большая бабочка, размером. Человек, больше даже не знаю, больше ничего. Ну, это там есть другие виды драгонфлай, типа летающие дракончиком, типа дракончиком называется. Ну, и садишкин бабочек. Версии. Вариации. И спрыгнуть, и еще получить, ну, и получить, например, крылья Винкс, если, или магию Винкс. А бабочка отпустить, ну, типа, как бывает дело, так сказать. А куда спуститься там? Дрейфующий замок, вот, ну, скорее всего, что он перемещается где-то по краю вот, этих третьих подземелий. То есть мы смотрим, что это железная груда. Загадум это карта. Вот так. Это значит, что глаз автора, типа аналог. И черный аналог это оранжевый. Таких подземелий может быть много. То есть вот. Первый подземелье Варлоковский, вот это вторые Realm of the Sorcerer. И видно, что отличается, и третий Land of the Pledge Lord, это... Ну, это земли 13-го лорда, Pledge там такой... Прилетчик. Кто сюда попадает, это уже в эти земли где-то туда пытается попасть. А вот Гарден... Ну, The Garden of Blight, типа. Медленные яды, короче. Сад медленных ядов, там. Ну, можно, это еще может быть такое, что если там есть по этим примеркам Age of Wonders, то есть есть сады все вот этих. А все, откуда вот этот лорд, кажется, что там монстр. Он и есть монстр, то есть можно с ней договориться, со Серёхой еще что-то. Если нету какого-то там противодействия какого-то. Или кто его правит. Сам он лорд, если он указал, что типа это он сам лорд. А кто-то демиург обратившийся там кто-то. Или может быть кого-то обратили, типа проклятие такое. И конкретно он типа вечно был там. То фии, по сути. Ну какие фии, они... Фии тоже разные бывают. Фии с дракончиками, то есть это не Винкс. То они могут тут жить, и если не живут, то они могут дать антиохитрости, антиатравку. Ну или он там, как в Age of Wonders мы играем, что герой может привить себе, плюс еще иметь, ну там для армии массуху, там, масс-эффект, чтобы когда еще по таким землям, а туда и здесь где-то. В общем, тоже зачем сюда идти, когда можно тут, ну сюда это если... На бабочке охота прилетать, или драгонфлай какого-то вести там. Дракончика, ну, может, возможно, и тут. Гандон выплывает. Получить это. Мэнсин уже плазма лорд. То есть, Мэнсин это... В общем, житель особняк. Особняк это слово
большой, блин, ну, все. То есть, а вообще, по сути, если это как-то, знаешь, это же Mansion of Vampire World, вампирский корнер для вампиров, особняк вампиров. То есть, Mansion, это явно там, вампиры, а не лорд. Земля лорда, вот они, как бы. А как бы тут через за ущельем, ос, за оси Силд Хилл. Ну, не знаю, то ли осы там, то ли осевое поле, холмы какие-то, набор. Passion of Letters. Летариконсу. В общем, здесь, да, можно получить и потом спуститься куда-то. Или на этот, сюда пролететь, ну сюда опасно. Еще вниз заливает куда-то, на карту здесь высосает. А титан, Грейвьярд, это... Ну, то есть железные титаны, это другие, это остров золотых титанов. Тут вообще не указано, то есть... Ты туда, куда Грейвьярд, мимо, вот какое-то растение там есть. Эмзипал Айз. Знал Хейн. Это может типа никого какие-то города. Ну, ущелье как-то. Тут ущелье как такого нет, уже просто срыв. Врон черепа. Здесь, там что-то есть. Тут. Ну тут в таких землях плейжер, ну то есть плохих. Подчемных, да, так. Подчемных победителей. То есть тут можно лихо там какое-то проклятие получить, или болячка там что-то. Ну, потом лечить. Ну, у 13-го лорда огромное такое самое. Где он такой, дерево. Деревесный, похоже. Заграет 3. И там живет, но не дерево, просто самое деревянное. Которое даже больше на дерево смотрело. И на замок одновременно. Не, ну, оно такое не похоже. На замок похож. Ну, возможно, это дерево отдельно, но, скорее всего, что-то тут самое. Оно есть там где-то. Его переводится. Вижен. Семь камней. А вот Великое море в пасти. Хелм, только говорится. Хелм вообще-то... Из какого-то Хельмова пасть. Хелм это забрало. Шлем. Ну, а тут пасть. Это уже... Лорд of the Ring. Властелин колец. Найнс Лайбрери. Девятая лаборатория. Бастион. Стейр. Кристальный лабиринт. То ли это... Ехал, но я то ли в длину туда, куда-то, не знаю. Что-то, может, и замок, и Кристал Пэлас, и остальные замок. Вот это рядом цитадель, справа, за Арон Кнайт, Железный Рыцарь. Ну, по сути, наша цитадель. Рыцарь Смерти. Бластед Вейст, Блэк... О, Блэк Пит. Блэк Пит — это чёрная дыра. Кто там живёт? Ну не Гидрхаус, а там это или черный дракон должен быть. А на самом деле там черные гормоны, например, там пристальные смертельные вызывания. И там может что, ну все что угодно тут написано. Ну вот это Великое море, которое внутри, можно спуститься, если что-то есть, какое-то колдовство там. Ну чтоб плавать. Так, ну плавать, чтобы колдунуть лодку. Ну это такое же фантомное призрачное лодка, и выплыть, и потом туда. И куда? Вверх уже никуда, значит, сюда куда-то. Арвуз Пленджимон. Так это луна. Ну, плащевная луна. То есть, здесь, в подземельях, чтобы освещать, и вообще какая-то магия там была, луна есть. Кстати, вот... Тоже черепа там висят. Причем они отдельно висят вот эти. И не будут висеть, потому что они являются вот так. Вот это первое подземелье. Они не к первому, но будут висеть на уровне первого подземелья. Они туда не провалятся.